Сегодня мы хотим вам продемонстрировать, как мы будем первый раз делать тушенку из гуся, из гусей. Так, вот мы зарубали 8 штук. Вон такие вот хорошие тушки. Сейчас мы их разделаем. Пока вот на такие разные части, на запчасти. Потом обрежем мясо. Будет половина с мясом, половина с костями. Да, все покажем. Пока вот такой процесс. Первый этап разделка. Или то уже второй этап. Первый забой, второй разделка. Так, следите за нами дальше. Да, мы вот уже тушенку из гусей проварили. Все остыло. И будем откручивать. Вот мы достали тушеночку с автоклава. Вот так она выглядит. Тушеночка гусиная. Гусь. В пол-литровых баночках мы делали мясные, только чисто мясо. Мясо, шкурочки, пупы, желудки. А в литровых мы делали с косточками. Попробуем и так, и так. Вот как получилось. Вкусняшка. Откроем, скажем, какой же вкус. Но точно она не сухая. Посмотрите, сколько жира. Скажи, охранники захлопали, я полізла по пожарной лестнице. Мы тут делаем сок. И чего? Хорош. Хорош, Наташа. Так. Сейчас я линьку принесу широкую, потому что наливать будет погано. Видите, какая конструкция. Он во уже без пресса давится. Вот эта штучка, вот эта с алюминия не варится, с дистиллятора, с медицинского, понял? Снаружи вроде нержавейка, а внутри желтый оттуда. Вот такой механизм. А это яблоки просто на корморезке порезаны. Там же... А вот это и корморезка. Да, сверху яблочко. Видите? Вот такая красота осенняя.